Из-за снижения температуры воздуха, осадков в виде снега с дождем на дорогах области увеличилась вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Так, прошлой ночью из-за гололедицы на автодороге республиканского значения Челябинск-Новосибирск зарегистрировано ДТП, в котором пострадали 4 человека. Полицейские призывают горожан быть осторожными и строго придерживаться правил дорожного движения. Автовладельцам рекомендовано переходить на зимние шины. При передвижении помнить, что некоторые машины могут еще ездить на летней резине. Призываем вас своевременно установить на своих автомашинах зимние шины, следить за техническим состоянием своего транспортного средства. В период неблагоприятных погодных условий не выезжать за пределы населенных пунктов без острой необходимости. Заранее планировать свой маршрут движения, а также следить за СМС-оповещением.